Хакасии больше четверти всех пенсионеров продолжают работать. Для них размер пенсии в 2016 году не изменится. Те, кто уже прочно вышел на заслуженный отдых, их в республике 95 тысяч, получат прибавку в 4%. Да, это ниже процента инфляции, но предполагается во втором полугодии произвести доиндексацию еще до процента инфляции. Всего в республике 130 тысяч пенсионеров. При средней пенсии по Хакасии около 12 тысяч рублей. Прибавка не дотянет до 500 рублей. Столько будет терять каждый месяц работающий ветеран. По году выходит около 6 тысяч рублей. Многие пенсионеры стали задумываться, что выгоднее – продолжать работать или окончательно уйти на отдых. Ну, выгоднее все-таки, наверное, уволиться. Вот. А зарплату тогда теряете? Ну, а что делать? Тех, кто все же решит жить только на пенсию, ждут в фонде с заявлением о том, что они окончательно ушли со службы, и с трудовой книжкой, где стоят печати о расчете. Со следующего месяца вам станут платить пенсию с индексацией. Кстати, в советские времена доходы работающих пенсионеров тоже ограничивали. Был суммарный потолок в 300 рублей для зарплаты и пенсии. Напомним, средняя пенсия тогда была 100-120 рублей, а зарплата в пределах 2,5 сотен. Особенно страдали те пенсионеры, кто получал высокую зарплату. Ну а нынешним пенсионерам, тем, кто намерен трудиться несколько лет, сотрудники фонда обещают, что все индексации им восстановят в день увольнения. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия.